Московский автомобильный завод «Москвич» готовится возобновить работу. Об этом столичный мэр Сергей Собянин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме «Сделано в России». Автотранспорт, как вы знаете, он серьезно провалился в этом году, но тем не менее, вот я надеюсь, при помощи Министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод «Москвич». Ранее «Москвич» обещал до конца года собрать 600 автомобилей. Что это будут за машины, широкой публике по-прежнему неизвестно. Тем временем в своем телеграм-канале завод похвастался, что набрал аж 340 заявок от потенциальных дилеров из 23 городов. Напомним, что МАЗ «Москвич» — это правопреемник общества «Рено Россия», владеющий тем самым заводом на Волгоградском проспекте. Фактически компанию переименовали с сохранением ИНН — идентификационного номера налогоплательщика. У марки «Рено» на момент ее ухода из России в мае было 150 дилерских центров. Поэтому всплеск дилерского интереса к еще не представленным москвичам можно объяснить только догадками. А они таковы. Портал «Дром» обратил внимание, что 22 августа «Москвич» подал заявку, а 28 сентября Минпромторг ответил на нее заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Подобные документы выдаются автопроизводителям, заключившим с правительством СПИК специальный инвестиционный контракт и желающим компенсировать уплаченный утилизационный сбор. «Рено» и «АвтоВАЗ», подписавшие совместный СПИК, получали такие заключения регулярно. Документ выдается на основе акта экспертизы торгово-промышленной палаты. Последний такой был составлен 17 августа, когда завод простаивал уже 5 месяцев. Однако в заключении Минпромторга прописан не только традиционный для московского завода ассортимент — «Рено Аркана», «Дастер» и «Каптюр», но даже «Логан» и «Сандеро», которые выпускались на «ВАЗе» в Тольятти. И это явно не ошибка. Вот прошлогоднее заключение. Модели «Рено России» перечислены такой же единой таблицей, но местонахождение производства указывалось разное — «Москва плюс Тольятти». Теперь же осталась только «Москва». К слову, прошлогодние заключения еще действуют. По ним «Рено» набирали бы 2199 баллов по шкале локализации. По новому заключению — 2255 у машин с моторами H4M тольяттинской сборки или 2005 баллов с импортными двигателями. Для полной компенсации утильсбора в следующем году «Москвичу» нужно набирать больше 2500 баллов. Но это если завод действительно продолжит делать французские машины под новой маркой, что еще никем не подтверждено.